Всем привет! Добро пожаловать в Олот на пару. Тут шумят. Я по вашей рекомендации взяла гомеовокс. Второе лекарство не взяла, потому что оно антибиотик, а у меня на антибиотике аллергия. Вот, мне еще впарили медовые конфетки. Сказали, что они облегчат мне жизнь. Теперь я буду лечиться. Народными средствами. Народ предложил, значит, народные средства. Да. Посмотрим, что со мной произойдет. Ольга Ростиславовна нам сегодня потрясающе, необыкновенно вкусный ужин. Я выклинчила разрешение приготовить рыбу. Ой, Леча. Это стейки киты. Аня не любит Лечи, а я люблю. Я не говорила, что я не люблю, я его очень люблю, но не могу есть, к сожалению. Вот так будет. Ой-ой-ой. Мы только что покушали, теперь будем пить чай со вкусными шоколадками. Я первый раз увидела, ну, это, наверное, весенний какой-то выпуск, лимон и йогурт, белый шоколад. Это, видимо, не сезонный, но я его никогда не видела, этот шоколад с мятой и темным шоколадом. Ну и ванильный мусс — это очень вкусный, стандартный для нас шоколад. Он как с мороженым, только не холодным. Потому что кто-то сегодня мне предлагал мороженое, но у меня болит горло, поэтому я буду пить чай. И снова здравствуйте. Я не помню, мы здоровались или нет. Наверняка. Добро пожаловать в Олот на пару, если мы не здоровались. Первый вопрос экспрессом, галопом по Европам. Марина Миронова спрашивает. Еще есть рисование по номерам, хочу купить. Вы пользовались такими вещами? Мы, по-моему, что-то уже об этом говорили. Я очень хочу такую книжку. Она любит, книжку. У нее есть. Нет, у всех картины были, она мне рисовала, маленькая была. Ну, я... А, про картины, да, у меня были картины, да, она, мы рисовали. Не просто были, вон она стоит. Нарисованная, да, картина. Они очень классные. Еще есть со стразиками, это я еще не пробовала. Ну, мне такое не нравится. Ну, в детстве как бы разукрашивала, но чтобы прямо по номерам. Я вышиваю по номерам. Нет, ну мне нравится вообще, вот вы писали, что вы любите, у вас есть раскраска взрослая. Мне вообще раскраски очень нравятся. Они действительно, я с вами абсолютно согласна, успокаивают. Мама, правда, они не успокаивают, но меня успокаивают. Я очень люблю пазлы. Да, мама очень любит пазлы. У меня бывает, у меня собрано несколько больших пазлов, картин таких красивых. И когда я начинаю их складывать, у меня просто психоз, меня не оторвать от этого. Успокаивает очень, да. Вопрос от Марины Романович. Вы не смущаетесь, когда вы снимаете рядом с людьми? Вы знаете, когда я одна иду, я смущаюсь все-таки. Когда мы вдвоем идем, я абсолютно не смущаюсь. Ну, вот. Я уже не смущаюсь даже одна. Одна я смущаюсь все равно. Не, я иду и свое дело делаю. Сначала было очень-очень. Да. Ну, вообще, я даже не знаю. Я так тихо разговаривала, ну, чтобы никто не подумал, что я псих на воле. Ну, сейчас уже привыкли, наверное. Но вдвоем-то вообще не страшно. Не, вначале очень страшно. Если вы думаете, что мы такие бесстрашные, все начали делать, нет, конечно. Страшно было даже, это удивительно, просто нереально удивительно, но страшно было даже просто сесть перед камерой, так же, как мы сейчас сидим и просто себя записываем. Хотя, казалось бы, на канале 0 подписчиков. Никто тебя смотреть не будет. Ты включаешь это камеру все время и просто сама с собой разговариваешь. Ты думаешь, что записала видео, выложила его на YouTube, и прямо миллионы пошли тебя смотреть, да тебя вообще никто не знает в этой большой деревне. Ну, так страшно, невозможно. Ну да, по какой-то невероятной причине это так страшно, ты сам с собой в комнате и не можешь разговаривать с этой камерой. Недавно кто-то на моем канале посмотрел мои первые видео и написал: ой, так все мило, потому что я там стояла такая, вообще никак и про разбор елки снимала. На айфон причем. Ну, в общем, было ужасно просто. Сейчас садишься, вот вы знаете, сейчас уже, когда вас много,
вот садишься и прямо как будто с вами разговариваешь. Да, уже как с родными. Удовольствие получаешь, что наконец сел и общаешься. Это очень сейчас приятно, а вначале было очень страшно. То есть ваша поддержка – это огромное дело. Без нее вообще ничего не получилось. Как вы относитесь к такой вещи, как перископ? Я честно, я вам скажу, как я отношусь. Она меня не понимает. Я вам скажу, как я к этому отношусь. Меня достает эта вещь, потому что мама подписана на всех в этом перископе, и у нее нет, это... Там трын-трын, не... там трын-трын, не трын-трын, так. Трын-трын. Там не так, как ты думаешь. Там ты открываешь аккаунт, и сразу же все, на кого ты подписан в Твиттере... Я поняла. Начинают вещать. Я поняла. Подписана я на Жириновского. Я поняла. На Катю Рождественскую. И они все время... Ну, у меня еще включены оповещения. Дрын-дрын. Брум-брум. Брум-брум. В общем, вот так я отношусь к перископу. А если вы вдруг хотите, чтобы мы с вами пообщались по перископу, я не думаю, что будет нас очень много, но с определенного тоже количества подписчиков мы будем устраивать, можем устраивать всякие встречи. И еще я думаю, что перископ, конечно, важен, ну, для публичных, во-первых, людей, конечно, за ними интересно следить, а во-вторых, очень важен для тех, кто какие-то семинары проводит, вебинары, потому что вот я подписана на одного молодого человека, инфобизнесмена, он постоянно проводит какие-то занятия в перископе. И не надо никакие вебинарные комнаты снимать, деньги платить за это, лишних денег не бывает. Ну, в общем, хорошая штука, я считаю, что полезная вещь. Вообще много интересных сейчас, вот Snapchat, перископ. И каждый, кстати, несет какую-то свою функцию, поэтому... Да, в Snapchat очень быстро можно по видео и оповещать, и какие-то вещи показывать. Вот, например, показать музыку, ну, как показать музыку, в общем, чтобы вы услышали, например, музыку, которая нам нравится, потому что в Snapchat можно это делать, а в YouTube нельзя этого делать. И, ну, какие-то такие вещи, да, да. В общем, каждый хорош по-своему. И наши ресурс. Благодарности. Я сегодня... А что ты грудь-то свою открыла и благодарность? Я, наоборот, закрыла. Закрыла? Я очень благодарна, что я сегодня купила лекарство от горла, и, может быть, у меня станет лучше горлышко. Мне даже показалось, что уже лучше, но, вот, как вы слышите, не очень лучше. А когда начинаю говорить, кто-то сказал, нужно просто молчать. Ну, я же не могу молчать. Вы что? Я не могу молчать. Это же как львенок и черепаха. Это говорильная. Я не люблю лежать. Это говорильный аппарат. Я люблю бегать, в крайнем случае сидеть. Да, я говорильный аппарат, поэтому я не могу молчать. Аня у нас очень поздно начала говорить. Это уже все знают. Да нет. Все знают. Нет, не знают. Все знают. Мы все говорили, господи, ну когда же она начнет говорить? А мой сын говорил, господи, вы зря вот так сокрушаетесь. Сейчас, если ее включить, ее уже не остановить будет. И правда, она когда начала болтать, все, уже ее было не остановить. Ну и ваши благодарности. Я благодарна за то, что я сегодня поела рыбку. Няня разрешила. Никто ей не разрешал. Это постановили в единоличном порядке. Сказали, мяса нет, будем есть рыбу. А в магазин никто не пойдет. Все. Вот так вот. Ну, напишите, пожалуйста, как бы вы начали свой канал? Может быть, кто-то даже никогда об этом не задумывался. Напишите, как бы вы начали свой канал и о чем был бы ваш канал? А мы с вами обязательно увидимся завтра. Обнимаем вас крепко-крепко-крепко-крепко-крепко и желаем вам доброго утра. Счастливого дня. И спокойной ночи. Пока. Пока-пока.